Они пока еще студенты, но каждый из них намерен продемонстрировать, что выбранная им специальность не случайна. На начальном этапе конкурса профессионального мастерства участников было около 1200. После строгого отбора их осталось в 6 раз меньше. Строгое, но компетентное жюри отбирает самых лучших, которые будут представлять Бердск на региональном этапе. Предварительный отбор у нас всегда есть, присутствует в виде тестирования, в виде небольших заданий. И кто у нас вышел, так сказать, в финал, выходит на традиционный конкурс профессионального мастерства, где показывают свои умения и навыки. Участники, а в каждой группе от 10 до 13 человек, борются за призовые места в 16 специальностях. Каждый, кто прошел первый этап отбора, во втором сталкивается с заданиями сложнее. Но выбор профессии был осознанным. В данное время мы производим диагностику тормозной системы. То есть мы будем проверять износ колодок, износ диска на биение и, в принципе, его состояние. За движением участников следят эксперты, которые отмечают все действия и фиксируют в общем протоколе. Итоговая оценка и будет проходным баллом для участника. В первую очередь обращается внимание на выполнение работ по технологии, как прописано в технологии по ремонту и обслуживанию автомобилей, ни в коем случае отклоняться нельзя. Особое внимание во всех дисциплинах эксперты обращают на качество выполняемых работ. Особенно это касается ремонтных работ, где и техника безопасности стоит на первом месте. Поставили задачу собрать 4 распредкоробки. Первая распредкоробка должна быть собрана одни розетки. Вторая распредкоробка – проходной выключатель. Третье – 2 проходных выключателя. А четвертое – тут уже с датчиком на движение. Насколько сложное задание? Ну, сложное, но выполнимое. Но самое главное – не перепутать провода, иначе будет короткое замыкание. Лучшие лидеры и их дублеры из числа занявших вторые места в каждой специальности будут представлять Бердск на региональном этапе конкурса профессионального мастерства.